По вашим многочисленным просьбам, я записываю сегодня, как вывести с кошелька WebMoney деньги на банковскую карту. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Совсем недавно я потерял свои наушнички AirPods второго поколения, и пора бы мне обновиться. Сейчас я хочу посетить e-каталог и ввести AirPods Pro. К примеру, вот мы уже здесь видим какие-то результаты, но плюсы то, что мы можем здесь подобрать по нашим вкусам. То есть ввести цену, ввести бренд, который нас интересует. Ну и, конечно же, какие это будут наушнички, возможно, даже по цвету и все то, что, в принципе, нас может заинтересовать. Мы можем сделать отличную сортировку по ценам, по категориям и так далее. Давайте же мы нажмем «Применить» и видим наш результат, то, что видим все наши магазины, подходящие по нашим ценам. Переходим, оформляем и получаем наш желаемый результат. Все доступные ссылки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии для Украины, России и Казахстана. Друзья, смотрите, конечно же, есть способы различного рода. То есть напрямую вывести с кошелька, то ли это с приложения будет, то ли это будет с веб-сайта, то будет небольшая комиссия. Какая комиссия, я вам сейчас покажу. Итак, давайте же приступим. Зашли мы в кошелек, видим нашу валюту, которую нужно вывести, нажимаем «Перевести». Дальше выбираем способ, в данный момент на карту, то есть на банковскую карту. Здесь мы вводим банковскую карту, ну и, конечно же, сумму. После того, как мы это ввели, нас попытаются ознакомить с тем, что какая здесь будет комиссия и в каком времени оно приходит. Но приходит буквально сразу же. Ввести еще срок, вводим срок карты и как бы подтверждаем, что действительно является актуальная карта для того, чтобы вывести деньги. Вот мы видим, то есть 2% и плюс 3 доллара за перевод. Если вас это устраивает, можете перевести. Не устраивает, есть другие способы. Я конкретно показываю на этом способе. Жмем далее и буквально в какие-то считанные секунды. То есть нам нужно учитывать то, что вот сейчас нам доступна сумма, которая здесь указана, 45.07. Я введу 45 и выведу. То есть 5 долларов мы теряем. Кому-то жалко, кому-то нет. Как бы я на этом не заморачиваюсь. Вот, нас здесь предупреждают опять же о том же. И здесь нам нужно будет сейчас подтвердить. Будет выбор, либо же на электронную почту нам придет код, либо же мы выберем на SMS. Я же выбираю SMS подтверждение. Вот, жмем далее и ожидаем. Ожидания не заставят нас долго ждать. Мы его получим, жмем ОК. Сейчас нам нужно будет подтвердить для того, чтобы нам пришло SMS оповещение. Вот оно пришло. Никаких трудностей здесь нет, все зависит от сотовой сети. Вот, как видите, сразу же нам поступили деньги, не пришлось совершенно долго ждать. Нам предлагают сохранить как шаблон для дальнейшего использования. Сохраняем, если вам это нужно. Не сохраняете, я в данный момент сохраню и все. Переходим обратно на счет для того, чтобы убедиться, что деньги отправлены. Вот и все. Вот, вы все прекрасно видели. Это я вам показал то, как действует комиссия. 2,5% плюс 3 доллара за сам перевод. Это есть такие небольшие ограничения. Если вам не жалко и вы готовы действовать прямо сейчас и сразу, вам не приходится ждать, то этот способ вам отлично подходит. Если же вы хотите сэкономить немного денег, вам нужно будет зарегистрироваться на одним из других сервисов, через который вы можете сделать такую транзакцию, но вам придется подождать какое-то время, возможно, день-два, не всегда сразу приходит. Если вам будет интересен такой способ, дайте знать об этом в комментариях, я буду знать, что стоит еще один записать видеоролик, который поможет вам более подробно разобраться и использовать данный способ. А пока подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Также не забывайте подписываться на мой канал Just Run. Я там сейчас разыгрываю мотоцикл, только набиваете 10 тысяч подписчиков и 1000 лайков, я сразу же разыгрываю среди вас, моих дорогих подписчиков. Дальше больше, скоро увидимся!